Простой паровой или с парогенератором? Какой утюг лучше? Вопрос далеко не из простых. В первую очередь обратите внимание на подошву утюга. Нержавеющая сталь очень прочная, быстро нагревается и устойчива к царапинам, чего не скажешь об алюминиевой. Самая практичная керамическая подошва. Она легко чистится и не царапается. Лучше выбрать утюг с большой площадью подошвы, благодаря чему вы сэкономите время на глажке. Обратите внимание на мощность прибора. 1500 Вт достаточно для небольшой семьи. Подержите утюг за ручку, так вы определите, насколько удобно будет им пользоваться. Это беспроводная модель, через каждые 5 минут ее необходимо заряжать в течение 2 минут. Вес утюга еще один критерий. Легкая модель более удобна и компактна, и рука будет меньше уставать. Стоимость не последний фактор. Хотите сэкономить? Выбирайте утюг с минимальным набором опций. Для забывчивых определенно нужен прибор с функцией самоотключения. Он хоть и дороже, зато безопаснее. Переплатить придется и за модель от известного производителя.